В акватории Амурского залива прошли бассейновые учения по поиску и спасению людей, терпящих бедствия в море. В мероприятии приняли участие сотрудники Главного управления МЧС России по Приморскому краю, в числе которых личный состав ГИМС и Владивостокского поисково-спасательного отряда, а также представители иных различных оперативных служб. Главными целями масштабного мероприятия стали отработка взаимодействия между различными ведомствами, отработка совместных действий между экипажами воздушных судов-спасателей морских судов, а также совместных действий по спасению людей на водной акватории. Все службы с поставленными задачами справились. Спасатели Владивостокского поисково-спасательного отряда участвовали в учениях по поиску и спасению пострадавших на воде. От нашего отряда были привлечены две группы. Одна группа на катере, вторая группа на вертолете Ми-8 МЧС России. Мы получили информацию о том, что в результате столкновения с неизвестным подводным объектом в Амурском заливе затонул теплоход. Экипаж покинул судно на спасательном надувном плоту. 6 членов экипажа оказались в воде, 2 травмированы. Необходим подъем людей с воды, эвакуация их в лечебные заведения. В то время, когда вертолет поднимал на борт пострадавшего, мы организовали поиски других пострадавших в указанной нам точке. Пострадавший был найден и поднят на борт. Нами была оказана первая помощь и незамедлительная эвакуация на берег и передача его бригаде скорой медицинской помощи.